Меня зовут Минченкова Наталья Петровна. Я работаю пекарем 4-го разряда крупнейшей булочно-кондитерской компании города Могилева. Мой рабочий день начинается в 7 утра. Я прихожу и ставлю месить тесто для отделки караваев, чтобы уже к обеду были готовы свежие пышные караваи к свадьбе. Я решила попробовать, понравится, не понравится, и пришла сюда, в эту компанию. Мне очень понравилось работать с тестом, выпекать. У меня это хорошо получалось. Вот здесь я и осталась, и работаю уже больше 20 лет. Периодически я участвую в конкурсах различных мировых чемпионатах. Вот это моя последняя работа. Она приурочена ко дню письменности Франциско Скорины. И называется «Спадчина Франциско Скорины». Она полностью изготовлена из соленого теста. Эта работа заняла первое место у нашего предприятия «Золото». Коллектив у нас дружный, творческий, помогаем друг другу, встречаемся в нерабочее время, принимаем активное участие в жизни друг друга. Работа, во-первых, творческая, очень творческая. И я могу себя проявлять, как захочу. Вот. И радую людей, потому что принимаю хоть какое-то маленькое участие. Вот свадьба – это такой радостный день для двух людей. И я вот какую-то маленькую лепту вношу в их жизнь. Это каравай, когда их встречают с хлебом и солью. Вот такой замечательный каравай у нас получился. Летом, в разгар свадеб, мы изготавливаем по 50 штук в неделю. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.